До свидания, Олег Владимирович. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Был я вчера на вашей встрече с читателями, господин Горюнов. А, спасибо, я очень рад. Зря вы о нас так резко высказались. Ну, лично вам-то что наша партия плохого сделала? Зачем же нас фашистами обзывали? Мы русские патриоты? Сказал то, что думал. Понятно. Только время говорить то, что думаешь, кончается. Опасно. А вы вчера вели свою речь неосмотрительно и неосторожно. А мы ведь все запоминаем, фиксируем. Не сомневайтесь. Но не пожалеть бы вам. Это не вы случаем прислали мне записку? Берегись, Горюнов, сын жидовки и эсэсовца. Мелко нас думайте, писатель. Маленький ребенок больной, пожалуйста. Вот спасибо тебе. А вот тебе я погадаю, молодец. Дай-ка расскажу тебе, да все поведаю. Надо мне гадать. Было у тебя две жены, а? С первой развелся, вторая померла. Дочка у тебя есть от первой жены и внучка трехлетняя. Это ты меня по телевизору видел, это про меня многие знают. Ну хочешь, я тебе скажу, что у тебя в коробке? Книги там у тебя. Вчера у еврея. У зубного врача купил. А он туда уезжает. Далеко. Верно. Верно. А ну давай ручку. Давай ручку драгоценной, расскажу, что тебя ожидает. Ожидает тебя встреча с женщиной. Женщина, конечно, красивая и молодая, вроде тебя. Зря насмешничаешь. А женщина действительно она будет. Молодая и красивая. Любовь у вас не вспыхнет. Но недолго продлится. Потому что... Ну, продолжай. Не стоит, барин. Не вышло у меня с тобой гадание. Не хочешь говорить, что-то неприятное разглядело? Не, не пытай, ясный сокол. Зачем тебе знать? Ну, чему будет, того не миновать, не скрывай. Не-не-не-не, не пытай. Давай, давай, выкладывай. Я чего-то не-не-не-не-не-не-не. Не испугаюсь. И потом все это ведь так, слова. Ну, как хочешь. Жить тебе осталось 24 часа. Завтра, в это же время. Ну, ты даешь. Что ж, на руке и день, и час обозначены. И день, и час. А чего, Муру, не знаешь? Должно, убьют. Видно, в роду у вас так повелось. Отца твоего тоже убили. Зря ты все это из меня вытянул. Зря. Да я все равно не верю. А деньги себе оставь. Мне до завтрашней смерти хватит. Я правду говорю. Знай,
Через час у тебя такая встреча случится, каких еще не было ни у кого. С чертом, что ли? Ну что, не мог подождать, что? Посади. Так я такси достал. На, держи. Это чего? Еще 500, сынок. Это круто. Отец. Инфляция. На, все, больше нет. На Кутузовский. Две штуки. Что? Две штуки. Да ты что, туда максимум 500. А на метро 6 рублей. Бери вещи, езжай на метро. Слушай, брацельник, да, подвези в Чертаново, а? Вас да, трое? Да, втроем, да, вообще, ну ладно, согласен. Ничего. Поехали, поехали, поехали. Все, ребят, он первый подошел. Ну он первый подошел, что я могу? Только по дороге в Сбербанк заедем. А то меня твой друг-носильщик совсем раздел. Брацельник! Чего? Подбрось Чертанова, да, слушай, а? 5000! 5000! Экспрессом довезем! Охрана обеспечена, ну? А я хотел, куда а, гордиться, поехали, ладно, поехали. Вы новенькая? Да. И вас зовут? Людмила Александровна. У вас замечательная интуиция, Олег Владимирович. Да, неслыханная, невероятная. Но и у вас тоже. Я вас просто знаю. Читала ваши книги. Видела много раз по телевизору. Тут у вас большая сумма. Подождите, пожалуйста. Скажите, откуда вообще берутся кассирши? Обычно это те, из которых ничего не вышло. Или те, которые работают временно в ожидании лучшего. Но я-то как раз из первых. Неужели вы не ждете лучшего? Вам еще так мало лет. Уже 26. Учиться поздно. А профессии нет. Так что... Спасибо. Очень приятно было познакомиться. Мне тоже. Заходите. Спасибо. Анна Васильевна, а помните, у вас кассирша работала, ну, симпатичная такая, Люда, кажется. Угу. А года полтора примерно тому назад она исчезла. Так она замуж вышла. А. Что в доме случилось? Убили кого-нибудь? Квартиру ограбили на 5-м этаже. А, я на 7-м живу. Вам повезло. Да. Неделю дома не был, квартира пустая. Кстати, лифт не работает. Ах, товарищ, такси, помогите мне вещи на 7-й этаж поднять. Я заплачу. Когда поедем? Когда надо, тогда и поедем.
А вы тоже, оказывается, здесь живете, Олег Владимирович? Много взяли? Пока не ясно. Хозяева на курорте. Всю мебель порезали, посуду перебили, нагадили везде. Ой, извини. Улики есть? Кое-что нашли. Хотя орудовали в перчатках. Олег Владимирович, а вы бывали у Лисовского дома? Нет, никогда не бывал. Он все больше за границей жил. Так что, наверное, поэтому и залезли. Это Горюнов, 12-14. Здравствуйте, Олег Владимирович. Приехали? Да, слава богу, приехал. Как прошли ваши встречи с читателями? Да битком было, только не пойму, кому в такое время понадобилось встречаться. Со старой развалиной, обломком застоя. Олег Владимирович, я бы обязательно пошла. Ладно, вы ко мне просто не объективны. Снимите, пожалуйста, охрану. Охрана сняла. Отдыхайте. Спасибо. Ну и что, что так перепугался? М? Вы кто? Не узнаешь? А жаль. Как вы сюда попали? Что вам нужно? Садись, поговорим. Я боялся, что ты со спугу в меня пальнешь, поэтому забрал эту игрушку. На, можешь взять. Газовый пистолет мне не нужен. И прошу тебя, обращайся ко мне на ты, а? А то какая-то ерунда получается. А ну, ты, пошел отсюда. А то буду стрелять. Предупреждаю, я метко стреляю. Ух ты. Ну, спасибо, что уважил мою просьбу и перешел на ты. Я сигарет не предлагаю, ты уже лет 10 как не куришь, да? Где я вас раньше видел? Так и не узнаешь. Чья это карточка? Моя? Только в молодости. Этот снимок сделан японской камерой. На нем дата. Раньше такой техники не было. 20 августа, день моего рождения. Угу. И моего тоже. Только годы рождения у нас с тобой разные. Это я на карточке, а не ты. Сравни. М? Слушай, если это ты, то ты до жути похож на тогдашнего меня.
Надеюсь, ты не будешь возражать, если я тоже позавтракаю, а? Тем более, я все это приготовил в ожидании тебя. Как звали твою маму? Ну, эти размышления о том, что этого незаконный отпрыск, глубоко ошибочны. Тебе что сказал цыганка? Что у тебя будет встреча, каких никогда ни у кого еще не было. Что, в самом деле, черт, что ли? Вельзевул, сатана. Ну, ты думаешь литературно, по стереотипу. Нет. Для убедительности могу продемонстрировать свои конечности. Рогов, копыт и хвоста у меня не наблюдается. А маму мою звали так же, как твою. Как? Была Моисеевна. И отца моего звали так же, как и твоего, Владимир Иванович. Ты ешь, ешь. Слушай, я ничего не понимаю. Кто ты? Зачем ты здесь? Для чего ты пришел? Дело время, потехи час. Давай сначала позавтракаем. Налегай, Олег. Ты давай тоже не стесняйся. Кстати, как тебя зовут? Олег Паучит Владимирович. Это я, Олег Владимирович. Ну, я тоже. Так уж вышло, что нас двое. Ерунда какая-то. Да нет, это не ерунда. Я твое точное повторение, только из другого времени. У нас с тобой одинаково все, кроме возраста. Ну, такого не бывает. Бывает. И не такое. Ты даже себе представить не можешь, что бывает. Слушай, ты безбожник, не ломай голову. Или воспринимай мое существование как данность, или, если хочешь, не воспринимай. Тогда позавтракаем и расстанемся. Хорошо. Тогда ответь мне на один вопрос. Ну? Откуда у тебя этот шрам? Оттуда же. Откуда у тебя вот этот шрам? А все же? Не скажешь. Потому что об этом знали только я и моя мама. Когда я был маленьким, я часто ходил на речку купаться. Однажды пошел, нырнул, оказалось мелко. Ударился о камень, рассек бровь. А речка называлась... Как? Клязьма. Чепуха все это. Ну, тогда мне придется поставить точку на твоих сомнениях. Поскольку ты совок и, к сожалению, веришь только бумажкам с печатью, я предъявляю тебе паспорт, между прочим, выездной. На. Собрался уезжать? Собрался. Куда? В Израиль. Надолго? А как получится? Да, признаться, я не совсем готов к тому, что это последний день в моей жизни. Слушай, а может быть, все это классный розыгрыш, а? Может. Но, тем не менее, надо отбросить всякую мишуру и сосредоточиться на том, что необходимо сделать. На самом главном. К сожалению, времени маловато. Значит, ты уверен в том, что это произойдет? Кто знает. Но готовым надо быть ко всему. Догадываюсь, что это Оксана. Очень одобряю. Повесь на место. Прости, я не хотел быть бестактным. Я думал, что зажило все. Прошло полтора года уже после аварии. Да куда там, с тех пор, как она умерла, я так. Не живу, а доживаю. Олег. У меня самолет завтра. 12:40.
Сутки я в твоем распоряжении. Ну, пойми же, наконец. Я хочу тебе помочь. Располагай мною, как считаешь нужным. Ну? Самое главное. Распутать дело о смерти отца. Вернее, о его убийстве. Я все это откладывал. На потом, на потом, на потом. А впервые я стал об этом догадываться, когда ехал в Ленинград. В Красной Стреле. Пожалуйста, лет 25-30 тому назад. А мне ваше лицо знакомо. Наверное, ехали в моем вагоне. И рубь за постель. Чайку принести? Индийского. Да, и еще два пустых стаканчика. Пожалуйста. Хорошо. У меня, знаете, приятное событие. Утвердили сценарий на Ленфильме. О, да. Поздравляю, поздравляю. Спасибо. Думал отметить с соседом, а вот еду один. Пить в одиночку не научился, так что милости прошу. Я сейчас. Где же его видел-то, а? А нас тоже тут веселая жизнь была. Регулярно, примерно раз, да, где-то раз в месяц, появлялся пассажир, довольно молодой, не старше 30, крепкий такой, спортивный, и всегда с одним и тем же портфельчиком в руке. Это было где-то в начале 50-х, в общем, в те еще времена. И вот что интересно, у этого пассажира всегда был билет в крайне двухместное купе мягкого вагона. И мы знали, что другой пассажир из этого же купе этой ночью обязательно помрет. Незадолго до Балаглова человек с портфелем позвал начальника поезда и говорил, что его соседу по купе Куда и просил вызвать врачей. На остановке ходила медицинская комиссия. Какая комиссия? Я убежден, что у них у всех под белыми халатами были кабинские погоны. И касательно смерти. Иногда от инсульта, иногда от инфаркта, ну а чаще отравление. Труп сгружали в Балаглом. Слезал и этот попутчик. Это был палач. Да-да, не удивляйся. Он приводил тайный смертный приговор в исполнение. Причем никогда не работал вхолостую. Что он делал своей жертвой? Хрен его знает. Потому что не было ни стонов, ни криков, ни тем более выстрелов. Я вдруг понял, где я видел проводника. Когда я провожал отца в его последнюю поездку в Ленинград, был этот же самый проводник. Я пытался вспомнить лицо попутчика, ну, соседа отца по купе, но не мог, ведь столько времени прошло. Слушай, как он выглядел, этот палач, а? Не понял, вы о чем? Ну, ночью ты мне рассказывал о человеке, который убивал. Слушай, ты запомни, я тебе никогда ни о чем не рассказывал. Понял? Да ты говно! Трус, подонок! Ты если мне не расскажешь, как он выглядел, я тебя задушу, сука!
Мне это важно знать. У меня отец умер в поезде Москва-Ленинград. Его тело выгрузили в Балагом. Господи, я-то дурила. До этой страшной ночи был уверен, что у отца в поезде случился инфаркт. Эй, подожди. Только ты мне в это дело не путай. Ага. Была у него одна особенность. У него на правой щеке большое темное родимое пятно. Сам понимаешь, среди 250 миллионов найти человека с большим темным родимым пятном на правой щеке совершенно невозможно. И, конечно, если не случай, я никогда бы не наткнулся на него. Но вот однажды, лет 7 тому назад, пойдем со мной. Я решил написать о деле Берии, либо повесть, либо сценарий. С трудом пробился в архивы. И там, в папке номер 70, дело Берии. Где это у меня? Обнаружил. Вот. Почитай подчеркнутое. Угу. Поплавский и П. Вместе с работавшими у него лаборантами производили по приказу Берии умерщвление арестованных. Путем введения в организм различных ядов. Через пищу, путем укола тростью, авторучкой или шприцем. Поплавскому была присвоена ученая степень доктора медицинских наук. Да, с тех пор он сделал большую карьеру. Теперь он член-корреспондент Академии медицинских наук, профессор, заведует лабораторией в Институте вирусологии, награжден орденом. Олег, сомнительно, чтобы это был он. Крупный ученый, чтобы сам, вряд ли. У органов было полно всякой сволочи. Да я и сам так думал. Но тут как бы невзначай решил повстречаться с этим самым Поплавским, Игорем Петровичем. Ну? А у него на правой щеке большое темное родимое пятно. Ну и что ты сделал? Ничего. Понятно. Поехали. Куда? В гости. К члену-корреспонденту. Сегодня поступило еще 4 заявления, которые переданы в группу РОС. Русским народом кончилось. Россия не должна копировать Запад. У нее свой особый исторически предначертанный путь. Хромуша, Россия, кандидат в диктаторы номер один. Это ты мне говоришь? Я же был под его началом в Афгане. Попил он там крошки нашей афганской. Ты воевал? Служил доктором. Окончил медицинский, как и ты. Но тебе повезло, войны не было. Да и твою работу на скорой помощи не сравнить с той, что досталось мне. Пробку, что ли? А, туннель закрыт. Я за демократию. Но демократию надо вводить силы. И такая сила у нас есть. Это наша доблестная героическая. Охрана. Представляешь? Милиционер. Таксиста грохнул. Просто так. Без причины.
закрывать. Да-да. Люда, хотите, я отвезу вас домой? Бежевая Волга на той стороне улицы. У меня вышла пластинка, или, как говорят в Одессе, сразу две пластинки. Первая, она же последняя. Тут мои стихи, песни разных композиторов, из фильмов и просто так. Спасибо вам, Олег Владимирович. Надеюсь, стихи читает сам автор? Естественно. Причем завывая и весьма противным голосом. Называйте адрес. Андреевский переулок, рядом с гастрономом. Итак, в путь. Вы живете с родителями? Я живу с мамой в однокомнатной квартире. А отец? Отец умер, когда я была маленькой. Я его не помню совсем. А мама работает? Нет. У мамы больное сердце. Она часто лежит в больнице. Сейчас на пенсии. А раньше она была смотрительницей в залах Третьяковки. Сейчас я задам вам бестактный вопрос. Про личную жизнь. А зачем вам это знать? Для себя? Или для очередной книги из жизни незаметных служащих? Это вы-то незаметная. Небось, вокруг вьется целый табун обожателей. Оказывается, вы льстец. Есть один. Продавец мебельного магазина. Геннадий. Он хочет жениться. А вы? Я не рвусь. Хотя он очень богатый. Квартира, машина. Он все время летает за границу. Китай, Сингапур, Варшава. Привозит дорогие подарки. А вы? А что я? Иногда принимаю. Понятно. Ничего вам не понятно. Спасибо, Олег Владимирович. До свидания. Подождите, Люда, где вы хотите? Так сразу. Я очень был рад опять с вами встретиться. Я тоже. Вам надо ехать. Понимаю, всего хорошего. Спасибо большое. Пожалуйста. Счастливо? Да, какой у вас номер телефона? У нас с мамой нет телефона. Так что заходите в сберкассу. Ну и как будет проходить наша карательная акция? Да, честно говоря, я не очень понимаю, зачем мы сюда приехали. И что собираемся делать с этим самым Поплавским. Ты только лицо свое не афишируй и руками ничего не трогай. Мало ли как дело обернется. Присаживайтесь, я секундочку. В чем дело?
Он? Он. Что вы себе позволяете? Ну-ка, вон отсюда. Ага, сейчас. Руки на стол. Ну? Что вы себе позволяете? Что вам от меня нужно? Олег, говори. Вы обвиняетесь в том, что в начале 50-х годов убили несколько десятков человек. Вы ведь, кажется, Горюнов. Олег... Владимирович. Писатель. Что за чушь вы несете? Вы под видом пассажира приходили в поезд Москва-Ленинград. И каждый раз на станции Бологое из вашего двухместного купе выносили покойника. Что вы не... Вы что же думаете? Что думаете, я убивал в поезде пассажиров? Я могу это доказать. Ой, не можете. И вообще, весь этот страшный спектакль вам что, нужен для нового романа? Игорь Петрович. Тихо. Пистолет стреляет бесшумно. Игорь Петрович. Вы за это ответите? Наверное, домой уехал. Ладно, завтра. Продолжай. Я требую, чтобы вы сознались в совершенных вами преступлениях. Все это становится смехотворным. Да как вы смеете? Я ученый. Немедленно откройте дверь вон отсюда. Времени тяните. Эта фотография вам ни о чем не говорит? Ни о чем не говорит. Значит, вы не помните этого человека? Не помню. Вы работали в тайной лаборатории НКВД. У меня есть документы. Да, ну, работал, но в другой лаборатории. Другая тематика и к тем убийствам никакого отношения. Я сам пострадал, я сидел 7 лет. Брали показания под пытками, меня реабилитировали. Отпустили досрочно и даже извинились. И вообще все, травой поросло. Хорошо, тогда сейчас я вам прочту. Ваше собственноручное письмо к Берии. Очень душевное письмо. Дорогой Лаврентий Павлович, счастлив сообщить вам, что в нашей лаборатории разработано новое оружие для борьбы с врагами народа. Ложь. Это авторучка, в которой вместо чернил яд. Все ложь. Достаточно кольнуть пером изменника Родины. Ложь. Все ложь. Фальшивка. Я этого не писал. Фальшивка. Ложь. У меня ксерокопия. Хотите полюбоваться собственным почерком? Подделка. С ним разговаривать зря время терять. Ну, поскольку он убивал без суда и следствия, мы с ним поступим так же. Не имеете права. Имеем. Ну? Ну? Время было такое. Все были замазаны. Нам говорили враг народа, мы верили. Мы верили. Пощадите, вы не имеете права. Я же не знал, что это ваш отец. Ты действительно способен его убить? Ага. И даже будут спать лучше обычного. Ну? Пощадите. А у тебя разве на самом деле бесшумный пистолет? Приговор должен объявить ты. Я лишь исполнитель. Ну? Я никогда никого не убивал. Ну, тогда я предлагаю извиниться и уйти. Нет. Нет, я себе потом этого никогда не прощу. Я прошу. Стой! Пощадите меня. Пусть он умрет такой же смертью, как и отец, как и другие, от яда. Замечательная мысль. Но об этом надо будет попросить самого Игоря Петровича. Ему, как говорится, и карты в руки, ну-ка, быстро! Ну, или ты принимаешь яд, или я тебя выброшу в окно, ну! Вы за это ответите! Вы ответите за это. Олег, Игорь Петрович, подонки. Упорствуют. Вы не имеете права. Нет, вы не имеете права. Я тебя сам уничтожу. Пусть ты меня... Олег, не марай руки. Ooh.
Скорей. Пошли. Бежим отсюда. Олег, дайте я поведу. Убивать человека, даже преступника, сволочи, мразь, с непривычки, тяжеленное дело. В другой раз легче будет. Садись. Так, теперь я понимаю кинорежиссеров, которые снимают своих жен. Да, кажется, это очень приятно. Дай мне камеру. Ну что ты сидишь, как истукан? Артисты, конечно, никудышны. А нельзя, чтобы нас сняли вместе? Тебе и меня, а я сейчас это сорганизую. Посмотри, как это делается. S'il vous plaît. Filmez-nous. Здорово. Oui, tout de suite. Так, plaisir. Voilà. Là, je filme. За нас? За нас. C'est tout, merci beaucoup. Как я шпарю по-французски. Merci, merci. Хватит, хватит. Très bien, j'arrête. Есть чем расплатиться. Очень дорогой. Что? Je d'abord tout de suite l'addition. Ensuite, vous reviendrez avec plaisir boire un verre au Fouquet's. À bientôt. Тебе. Да. Это Поплавский говорит. Да-да, Игорь Петрович. Воскрес из мертвых, ко Христос. Олег, трубку возьми, трубку. Я принял безвреднейший препарат. Остальное, как говорится, было делом техники. В каждом деле нужно быть профессионалом. А вы и ваш отпрыск оказались дилетантами. Хоть бы пульс пощупали. Ну что ж, теперь я ваш должник. Ждите. Должок верну в скором времени. Хороши два доктора. Нечего сказать. Ну и как ты, убивец, а? Для приговоренного неплохо. Сколько же я спал? Вот уж не думал, что в такой день смогу уснуть. А на пароходике покатаемся? Обязательно. Ты меня снимаешь или Париж? Да что Париж? Париж, Париж тоже меня сравнила. Конечно, тебя. Положи камеру и иди ко мне. Зачем? Не бойся, так надо. С ума сошла, бесстыдница. На нас же все смотрят. Да, нам просто завидуют, дурачок. Нет, вообще-то идея неплохая. Ой, смотри-ка, камера-то не выключена. Да, этот городишко заставляет делать глупости. Ну вот, ну зачем ты смотришь в объектив? Ну ты все, жена сценариста. Вот так. Да, это была потрясающая поездка. А через полгода ее не стало. Вот теперь и мне пора. Слушай, я даже рад, что мы не отправили эту сволочь на тот свет. Вот черт, времени-то уже сколько. Ну что ж, надо ехать на кладбище, а то боюсь, как бы не закрыли. А я поработаю у тебя шофер, если ты не против. Олег, посмотри сначала в глазок. Ну и кто там? Да актер тут меня один. Добивался, я дал слабину, согласился его принять. Здравствуйте. Здрасте. Вы меня назначили на сегодня на 3 часа. А да, как же, я вас жду. У меня конфиденциальный разговор.
А, прошу вас, пожалуйста, только простите, у меня со временем крайне... Помните у Чехова краткость, сестра таланта? Сейчас не до Чехова. Олег Владимирович, дорогой, страна на грани краха. Увы, да. В стране развал, заводы закрываются, угу. Всюду беженцы. Надо призвать правительство к решительным мерам и действиям. И я придумал, как это сделать. Да, ну я-то при чем? Именно вы можете спасти страну. Именно вы в состоянии добиться суда над коммунистической идеологией. Надо отречься от мракобесия прошлого. А что я могу сделать? Вы должны совершить самосожжение на Красной площади под плакатом «Коммунизм вон из России». Да, идея действительно интересная. Я знал, что вам понравится. Но, видите ли, у меня есть некоторые планы, которые... Никакие личные планы не могут сравниться с интересами страдающего отечества. Скажите, друг мой, а почему бы вам самому не совершить этот героический акт? Потому что будет не тот резонанс. Одно дело, когда сжигает себя никому неизвестный артист. И совсем другое дело, когда эту акцию совершает крупный писатель, практически классик. Я помогу вам. Я донесу до Спасских ворот канистру с бензином. И пока вы будете гореть, я не отойду от вас ни на шаг. И подхвачу плакат из ваших слабеющих, обожженных рук. О, страна ценит вашу доблестную жертву. Олег, избавь меня от этого ненормального. А, вот где ваше подлинное лицо. Я знал, что вы ничтожество. Я подозревал это. Шкурные интересы вам дороже интересов несчастного отечества. Трус, эгоист, перемертыш, интеллигент вонючий. Верните бензин. Я найду вам замену достойную. Раз уж ты, это я, значит, тоже собираешься заняться сочинительством. Ну, почему собираюсь? Уже. Это у меня в генах заложено. У меня жуткий писательский зуд. Но, увы, я пока знаю, как не надо писать. А как надо, чувствую, но не могу. Пробую и рву. Ого! А вот и наше славное боевое прошлое. А я боюсь, что это наше славное боевое будущее. Целый день будешь так сегодня со мной? Неотступно. А так, Вилли, задачу. Кем, Вилли? Аня, ваше дело. Ну ладно, только там, пожалуйста, оставь меня одного. Пожалуйста. Я буду ждать ворот.
Здравствуйте, Людочка. Здравствуйте. Я так соскучился. Давно вас не видел. Домой? А что, у вас есть какое-нибудь другое предложение? Так, к сожалению, вы знаете, я... Да не пугайтесь. Я пошутила. Ну, прошу вас. Поехали домой. Поехали. Это вам сувенир из Франции. Вы были в Париже? О, да это Маруся, новые духи. Спасибо. Да, по приглашению издателя. Около месяца. А я не была за границей нигде, ни разу. Вспоминали обо мне? Вспоминала. Спасибо, что подвезли. Пожалуйста. И за подарок спасибо. Да ну, что сейчас будете делать? Да не знаю. Мама опять в больнице, почитаю, наверное. Пока. Люда! А если бы я сказал, что хочу подняться к вам, как бы вы к этому отнеслись? Но ведь вы же этого не скажете. Иначе бы вы просто не спрашивали меня. Да, дело в том, что... Вы мне очень нравитесь. Люда, я очень хочу подняться к вам, но я должен ехать. До свидания, Олег Владимирович. И не надо ничего объяснять. Мама воевала, была врачом в санитарном поезде. И вот после смерти в награду свастика. У вас чисто советская логика. А эти, которые не воевали, их можно оскорблять? Да-да, вы правы. Простите. Подонки. Хочешь покататься? Угу, хочу. Пошли. Нравится? Еще бы, такие шикарные. А давай купим тебе какое-нибудь пальто. Да а? Ты что? А что? У меня же деньги есть. Нет. Пойдем. Бонсуар.
Все, берем. Ты сошел с ума. Это же весь твой гонорар за книгу. Ну и что, мой гонорар, что хочу, то и ворочу. Тебе нравится? А тебе? Мадам? Сюрпляя, значит, прошу вас. Анна Васильевна, это Грынов. Извините, что беспокою. Помните, я сегодня утром у вас спрашивал, ну, про кассиршу Люду. Вы не подскажете, как ее найти? Благотворительной лотереи. Спасибо. Вот, пожалуйста. Заходите. Я еще не ухожу. Thank you.
Что так долго? Где пропадал? Жду тебя у кладбища, как болван. А ты сбежал. Ключи от машины. А куда это ты без меня намылился-то, а? Это мое личное дело. Личное. Я не имею права тебя отпускать одного. Нет, я поеду без конвоира. Пойми, хоть цыганка и обещала, что все произойдет утром, но не ровен час. Ты не будешь мешать. Рисковый ты парень. Да пойми ты, я на свидание еду. К женщине. Ну, так бы и сказал. Причина уважительная. Придется тебя отпустить. Ладно, я дома. Нет, исключено. Я, может быть, сюда с ней вернусь. Олег, но в квартире-то три комнаты, а? Нет, нет и нет. Так что валяйчишь и отсюда. Ладно. Я вот только перекушу что-нибудь. Не возражаешь? Хорошо, перекусывай, а потом выметайся. У тебя переночевать-то есть где? Найдется. Ну и хорошо. Утром приходи. Я отвезу тебя в аэропорт, если жив буду. Спасибо. Да, обратно в квартиру-то войдешь? Войду и выйду. Рад, что мы наконец-то вместе. Я тоже очень рада. Если стреляли, то мимо. Пойдем. Ты меня пригласил в лифт? Хеллоу. Я тут выпил немножечко, совсем чуть-чуть. Можно ручку? Олег. Ну, меня тоже зовут. Ну, да. Правда. Входи, я пожалуйста. Я слышал выстрелы, входи. Но видеть тебя в целости... Что делаешь, если я просил уйти? Понимаю, что я тебе, суки, промахнусь. Да? Олег, что ты как не родной, а? Подонок. Я сейчас допью и... Старик. Ух ты. У тебя просто замечательный вкус. Можно? Что вы делаете? Ну, пальтишку-то. Люда, я потом объясню тебе, кто это. Хорошо. Ну, уходи отсюда. Подождите, мы я сам... Мы договорились. Не надо. Да, давай помогу. Не надо. Да я помогу. Нет, да, я помогу. Отдай пальто. Это не твое пальто. Отдай пальто. Крупнее.
Не надо, не трогайте меня. Здесь очень жарко. Вы очаровательны, вы просто замечательные. Вы сегодня потрясающе выглядите, я хочу с вами выпить. Куда вы меня тащите? Я хочу выпить слюды на брудершафт. Олег. Что, совсем? Слушай, ты, что алкоголическая так? Рожа. А ну, давай. Ну. Вали отсюда, немедленно. Сейчас, валю, но я хочу с ней выпить, я хочу за ее вот. Сейчас, я выпью сейчас за ее, чтобы она... Это мое пальто. Ну, это не важно, но вы знаете, вы мне очень понравились, а? Между прочим, очень мне редко люди нравятся, понимаете, да? Спасибо. За вас. Да вы что, с ума сошли? Отдайте пальто. Напрасно. Оно женское. Вы сейчас делаете большую ошибку, вы понимаете, да? Скажите мне, пожалуйста, зачем вам вот это вот антиквариат, а? Ну, скажите, ну, зачем вам вот этот старая рухлядь, а? Ну, рухлядь не может быть молодой. Вот чего у него нет, не меж умён, а? Умён, чего нет, не меж. Людочка, идёмте со мной, Олег, не пожалеете, а? Это твоя квартира, да? Да, то есть, нет, не да, квартира не его, да. Это твой сын? Нет, я не сын, я лучше, ну, правда, честно. Ну... Тогда почему ты все это терпишь? Мерзавец. Ну, Олег, я не мерзавец, ну, правда, но... Ну, посмотрите, Людочка, ну... Я такой же, мы одинаковые, только я молодой, а он уже дедушка, да? Ну, Людочка, вы же очаровательная молодая. Не подходите ко мне. Ну, вам же мужик тоже, ну... Олег! Немедленно отпусти ее. Все? Ну, не надо вот этого, Олег. Ну, это лишнее, ну, правда, но... Скотина. Ай, это ты. Пошел отсюда вон. Все, уже пошел. И он пошел. Ну, правда, Олег. Ну, Олег, не надо крови, хорошо? Все, я вот всех уберу. Все. Какие же вы злобные, а? Ой, во попало. Эй, дверь только никому не откройте. Успокойся. Он ушел, и слава богу. И мне не интересно, кто это. Было бы глупо испортить нашу встречу. Ну, улыбнись же. Я умираю от счастья. Я тоже. Люду? Какую Люду? Вы ошиблись. Люду спрашивали. Мужской голос? Женский. Странно. Совпадение. Угу. Это твой кабинет, можно? Да. Мы не виделись 2 года. Ты замужем?
Да. За очень богатым человеком. Да? И кто же он? Я тебе рассказывала о нем. Это тот же Геннадий. А, продавец из мебельного. Значит, он разбогател. Еще как. У него совместное предприятие и магазин. На днях открывает собственный ресторан. И полно долларов. Ну, это же замечательно. Это как сказать. В доме крутятся какие-то подозрительные типы. Помнишь? Конечно. Одна из комнат в нашей квартире всегда заперта на ключ. Я там ни разу не была. У него новенький БМВ. Ой, а у меня нет такой книжки. Она недавно вышла. А зачем же ты тогда работаешь? Вот-вот. И Геннадий меня все время уговаривает бросить службу. Ну, тогда я совсем стану его собственностью. Его игрушкой. А как мама себя чувствует? Никак. Там, где она сейчас, уже никак себя не чувствует. Прости. Я не знал. А что ты знал? А Геннадий тебя любит? По-моему, любит. Ты сказал ему, что не придешь сегодня? Да. Ну что? Я позвонила ему за несколько минут до закрытия банка и сказала, чтобы он меня сегодня не ждал. Ну, а он? Сначала была пауза, а потом вопросы, переходящие в крик и мат. Но я не сказала, с кем я сегодня встречаюсь. За меня боишься? Да. У него мстительный характер. Кроме того, у него вооруженный телохранитель. Ты мне про итальянскую мафию рассказываешь, как будто гангстеры какие. Не смейся. Ведь он знает, что ты для меня значишь. Откуда? Он же любит меня. Поэтому он знает. Я слышала от кого-то об аварии, в которой погибла твоя жена. Я хотела написать тебе, но побоялась, что ты неправильно поймешь мое участие. О, крабы. Это еще от мирного времени. А это вино? Вот. Прислал мне мой французский издатель. Целый ящик прислал. Одна бутылка осталась. Сейчас мы с тобой его и разобьем. Прошу вас. Ты перешел на «вы»? А это для торжественности момента. Слушай, то, что ты рассказала мне про мужа, меня как-то испугало. Не за себя, а за тебя. Я же попросту разрушу твою жизнь. Пойми, я завтра уезжаю. Боюсь, что навсегда. Далеко? Очень. Может, не вернусь. Давай поужинаем, и я отвезу тебя домой. Пойми, я себя не прощу, если с тобой что-нибудь случится. Я не хочу, чтобы из-за меня, из-за одной ночи, ты сломала бы свою жизнь. Это не жизнь. Во всяком случае, не настоящая жизнь. Если ты хочешь, я уеду домой. Но я не жалею, что пришла. Я люблю тебя. С первой нашей встречи. И я тебя люблю. Спасибо. С ума сошла? Разве за это благодарят?
Не подходи. Ладно, последний раз подойду, а потом просто выключу телефон. Алло. Добрый вечер. Это Олег Владимирович Горюнов. Добрый вечер, слушаю вас. Попросите, пожалуйста, Люду. Я знаю, она у вас. Какую Люду? Куда вы звоните? Вы ошиблись. Позовите Люду, мою жену. И не надо врать, что она не у вас. Она мне сама сказала, что отправляется к вам. Уверяю вас, вы ошиблись. Я не знаю никакой Люды. Тут какая-то ошибка. Хватит болтать. Я же слышал, кто-то взял вторую трубку. Не сомневаюсь, это она. Вы с ума сошли? Я сейчас приеду, и вам обоим не поздоровится. Люда! Люда! Я знаю, ты меня сейчас слушаешь. Я на ветер слов не бросаю. Не молчи, имей мужество ответить. Немедленно приезжай домой. Повесьте трубку. Может, ты как-то проговорилась ему, что будешь у меня? Да ну что ты, как я могла? Он взял тебя на пушку. Ну как же он мог догадаться, что ты здесь? Он ревновал меня к тебе. Хотя и знал, что у нас ничего не было. Надо немедленно уезжать. Немедленно уезжать. Собирайся. Быстрее. Перестань паниковать, мы никуда не поедем. Да ты не знаешь его. Я видела у него в ящике стола револьвер. А однажды, одевайся, однажды он открыл при мне сейф. Сейф? У вас дома сейф есть? Да, он держит там валюту. И я заметила, по-моему, это был автомат. Ты пойми, его окружают страшные люди, они способны на все. Надо бежать. В квартире железная дверь, мне кооператоры поставили, ее не взломаешь. Через 15 минут он будет здесь. Так. Ну что ты стоишь? Одевайся. Быстрее. Подожди, подожди. Это не по-мужски. Противно. Он ни перед чем не остановится. Тут каждая минута дорога. Это унизительно. Я никуда не поеду. Пожалуйста. Ради меня. Тебе угрожает какая-то опасность. А почему ты так решила? Не знаю. Мне показалось, что ты поэтому уезжаешь. С любимыми не расставайтесь. С любимыми не
не расставайтесь. С любимыми не расставайтесь. Всей кровью прорастайте в них. И каждый раз навек прощайтесь, когда уходите навек. Помню. Только я такого никогда не чувствовала. Умом понимала, но сама ни разу не испытала. Не здесь. Так не хочу. Не гони, дурали. Я никуда не денусь. Я сама тебя не отпущу. Честно говоря, никак не могу поверить, что мы наконец-то одни. Как здесь тихо кругом и туман. За тебя. А я за тебя. Оказаться не на высоте. Вот уж чего не боюсь. Иди. Thank you.
отвезу тебя на работу. Нет, я не пойду. Я провожу тебя. Тебе грозит беда. Скажи мне, я постараюсь помочь. Не думай, что я слабая. Если бы ты знала, как ты прекрасна. Боже мой. Так, а внутри что же? Пульт? Слушаю. Это Горюнов, 1214. Снимите, пожалуйста, с охраны. Хорошо, снимаю. Скажите, за время моего отсутствия никаких сигналов тревоги не поступало? Секундочку. Нет, не поступало. Спасибо. Ты мне раньше все не рассказал. Как же ты с этим жил? Один, бедный мой, любимый. Я сама посмотрю. Это Олег. Открыть? Я думаю, не стоит. Сейчас никого не надо пускать. Несмотря на то, что ты хам, я по тебе соскучился. О. У тебя невероятное чутье. Ты поспел прямо к завтраку. Ну, это привычка опытного холостяка. Да. Это мои шмутки. Это все, что я увожу из этой страны. Мои рукописи.
Я отвезу тебя в аэропорт. Поскольку я читаю все твои мысли, то это предложение приятно вдвойне. Не советую. Срок назначен цыганкой еще не истек. А я его и не выпущу. А, да, мы в курсе. Ну-ну. Люда все знает. Ага. Ну, значит, вам здесь не было скучно. Пожарных вызвали или сами тушили? Да нет, дверь поджигали, когда нас не было. А, мы на даче были. Повезло. Если бы я знал, остался бы здесь, по крайней мере, дешевле бы было. А кто тебя приютил на ночь? Мне вчера была необходима баба. Поскольку я здесь получил афронт. Да, кстати. Я приношу искренние извинения за свое вчерашнее подлое поведение. Был выпивший. А мне? А тебе, само собой. Дай, пожалуйста, масло. Это ты мне? Ну, а кому еще? А? Ну, я отправился к Националю, где меня сразу же склеила чертовски симпатичная путана лет 20. У нее машина. Спасибо большое. У нее квартира на Старом Арбате. В общем, там бедушники-фигушники. Но она в полном порядке. Время провел недурно. Девица оказалась опытной во всех смыслах. Профессионал. Остался без копейки валют в кармане. Так как наши деревянные, она, к сожалению, не уважает. Улетай без гроша. У меня, кажется, есть долларов 15-20. Этого тебе хватит, чтобы там доехать на такси от аэропорта до Тель-Авива. Олег, это мне здесь хватит, чтобы доехать от Москвы до аэропорта. На, держи. Ага, спасибо. Ну что, будем прощаться? Будем. Напиши, когда ты летишь. Непременно. Адрес сообщу тотчас. Ты извини, что я тебя вчера вышвырнул. Наоборот, я тебя за это уважаю. Олег. А? А, сейчас. Это что, все твое, что ли? Ну, а чье же еще? Плодовитый. Вот это моя повесть. Прочти ее, пожалуйста. Мне твое мнение очень дорого. Обязательно прочту, сегодня же. Олег Горюнов, предсказание, повесть. Между прочим, мог бы как-нибудь иначе подписываться. Олег Горюнов младший, что ли? Ага. Олег второй. Ага. О чем вещь? О тебе. О люди. И обо мне. То есть как? Не понимаю. Я закончил ее 2 месяца назад. Там описано все, что случилось с нами совсем вчера. Думал, так, фантазии. А оказалось, все сбылось. Там и конец есть. Понимаешь, Олег? Определенного финала нет. Там многоточие. Но не смог сочинить. Повесть оканчивается вот этим самым моментом. Нашим с тобой разговором. А дальше ничего не написано. Не хочешь говорить? Ну и не надо. Олег, мне пора. Пойду поймаю машину, опаздывать не хочется. Ну, счастливо оставаться. Присядем на дорожку. М? Все-таки я отвезу тебя в аэропорт. Олег! Олег!
ты делаешь? Остановись! Подожди. Олег! Да подожди же ты! Подожди. Олег, опомнись! Стой! Стой! Кажется, это они. Беги! Вызывай скорую! И милицию! Предсказание. Сбылось, цыганка. Я ошиблась. Ты будешь жить. Мы тебя вытащим. Мы оба врачи, не перебивай меня. У меня мало времени. В кармане паспорт. И билет, паспорт. На мое, значит, и на твое. И медленно в аэропорт. Улетай. У этой страны. Нет будущего. Беги. Это не иммиграция. Это эвакуация, только так. Спасешься. Бери паспорт. Я сделал то, что мне. Да. Я тут бумаги нашел. Ну? На них ничего нет. Они пустые. Что делать? Ну, выброси их. Слушаюсь. То есть как пустые? Самолет в 12:45. А до Шереметьево можно доехать минут за 40-50. Трогай. Ты должен улететь этим самолетом. Я
никуда не полечу. Я выпихну тебя насильно. Ты что, самоубийца? Ну, заводи, скорее. Не трать время. Я должен похоронить Олега. И потом я не хочу жить без тебя. Я сама похороню Олега. Лучше похоронить одного, чем двоих. Ты пришлешь мне вызов, и я прилечу. Ну, заводи же. Милый, я умоляю тебя, спасайся. Ты должен уцелеть. Счастье мое. Любимый, поехали. Я заклинаю тебя. Дай слово, что приедешь ко мне. Приеду, прилечу. Доплыву, дойду, доковыляю, только... Только быстрее. Ты не имеешь права опоздать. Быстрее! Вот ключи от машины. Держи. Техпаспорт на машину. Ключи от квартиры. Будешь жить у меня. Чувствую себя как дома. Да это и есть твой дом. Мой дом, где ты. Спасибо. Всего доброго. Прошу вас. Здравствуйте, Олег Владимирович. Курящий вам места нет? Все равно. Ну вот и все. Слава богу, успели. Дайте билет, пожалуйста. Что с тобой? Я никуда не лечу. Олег! Я здесь родился, здесь прошла моя жизнь. Я приму все, что выпадет на мою долю. Не говори глупостей. Это моя страна, мой народ. Одумайся. Какими бы они ни были. Олег! Я разделю общую участь. Может, я еще пригожусь, понимаешь? Уезжай, беги. Пойми, я не могу уехать. Все, что сейчас происходило, мое бегство, это наваждение какое-то. Умоляю тебя! Что? Олег! Пошли отсюда к чертовой матери. Пойдем-ка. Погадай мне, старая. Прошу тебя. Слушай, что у тебя с линией жизни? У нее нет начала. Она идет у тебя прямо с середины. Что с твоей молодостью? Мою молодость убили. Что дальше-то будет? На что надеяться? Беды-то вскоре не случится. Зыбко все вокруг. Шатко. Линии-то все дрожат. Бабушка, посмотри на мою руку. Что меня ждет? Скажи. Любовь у тебя. Большая любовь. И в ладонь смотреть не надо, по глазам все видно. А дальше в тумане все. Все в тумане. Впрочем, ребеночек у вас будет. А дальше все расплывчато. Все зыбко. Будем делать. Как что? Ждать ребенка?
Ты укрой меня снегом, зима. Так о многом хочу позабыть я и отринуть работу ума. Умоляю тебя об укрытии, одолжи мне, зима, одолжи чистоты и отдохновения, бело-синих снегов без лжи. Я прошу тебя, я прошу тебя об одолжении. Подари мне, зима, подари день беззвучный, угрюмый, неяркий, полусон от зари до зари. Мне не надо богаче подарка, поднеси мне, зима, поднеси отрешенности и смирения, чтобы снес я, что трудно снести. Я прошу тебя, я прошу у тебя подношения. Ты подай мне, зима, ты подай тишину и печаль сострадания к моим собственным прошлым годам. Я прошу тебя, я прошу у тебя.